Ladies and gentlemen, for the second time in this country, and it's a real honor to have her on the Isle of Wight Festival, please everybody give the warmest welcome to Miss Joni Mitchell. Джонни Митчелл, урожденная Роберта Джоан Андерсон, канадская певица и автор песен, одна из самых важных исполнительниц рок-эры. Так она была названа в 2002 году в решении о присуждении премии Грэмми за жизненные достижения. Джонни Митчелл родилась в 43-м году в Альберте, где и прошло ее детство. Девочка ничем не отличалась от ровесников, если не учитывать интерес к творчеству. Разнообразные виды искусства были интересны девочке, однако больше всего она любила рисовать. Проблемы со здоровьем преследовали ее всю жизнь. Митчелл было 10 лет, когда ее парализовало во сне. Врачи быстро установили причину – полиомиелит, и девочку отправили в город Саскатаун, где в специализированном диспансере, подобно прокаженным, содержались дети с аналогичным диагнозом. «Я знала наверняка, если тебя подключили к железному легкому, дела плохи. К тому же была высока вероятность, что я не смогу ходить», – вспоминает она. «Пострадало большинство мышц спины. Мой позвоночник был неестественно изогнут, как у сломанной куклы». Отец Джонни, Билл Андерсон, ни разу не навестил свою дочь. Ее мать Миртл приходила лишь однажды. Их поведение нельзя было назвать предосудительным ввиду страха, который в то время вызывал у окружающих полиомиелит. Но для десятилетней девочки, оказавшейся в изоляции, это было слабым утешением. Очутившись в больнице, она, чтобы скрасить больничную тоску, начала петь перед пациентами этого заведения. В 14-летнем возрасте обзавелась укулеле, а позже выпросила у родителей и нормальную гитару. После окончания школы она поступила в колледж на факультет художественной графики. Через год после поступления Джонни начинает серьезно изучать игру на гитаре, параллельно работая над вокалом. Вскоре она получила возможность выступать в местном клубе за $15 в неделю. Денег как раз хватало на сигареты, которые Джонни начала курить. В школе искусств у будущей легенды возникло желание расстаться с девственностью. Для исполнения этой миссии она выбрала местного художника, в итоге Джонни забеременела, и спустя несколько месяцев после рождения дочери она подписала документы об ее усыновлении приемной семьей. «Я чувствовала себя обездоленной. Я ничего не умела, и у меня ничего не было, кроме музыки». Дочь она смогла разыскать только через 32 года. I felt unfettered and alive. Nobody was calling me up for favors. No one's been shoot to decide. You know I'd go back there tomorrow, but for the work I've taken on. Stoked in the star maker machinery behind the popular song. Когда Джонни исполнилось 18 лет, она стала участницей певческого коллектива. Начинающая группа вдохнула новую жизнь в молодую личность, которой захотелось развиваться в данном направлении. Вскоре она вышла замуж за исполнителя фолк-музыки Чака Митчелла, взяла его фамилию и уехала вместе с ним в Детройт, где стала выступать с песнями собственного сочинения. Через год счастливой, казалось бы, совместной жизни пара распалась.
Молодая женщина была на грани нервного срыва, но на творчестве ее психологическое состояние отразилось положительным образом. Подражая своему кумиру Бобу Дилану, Митчелл начала путешествовать по США и Канаде на машине и повсюду давала концерты. Изюминка ее музыки состояла в том, что вместо традиционной настройки гитары она чуть ли не под каждую песню придумывала особенную. Очередным романтическим ее увлечением стал певец Дэвид Кросби, который определил дальнейшую судьбу Джонни. Он перевез ее из Канады в Лос-Анджелес, ввел мир большого шоу-бизнеса и спродюсировал ее первый альбом. See the folks I dig. I'll even kiss a sunset peak, California, when I get home. В это время песни Митчелл начинают активно исполняться другими. Так получилось, что многие из ее ранних песен стали известны вовсе не в ее исполнении. Так ее классическая вещь Both Sides Now в 68 году ворвалась в лучшую десятку Billboard в исполнении Джуди Коллинз. А вскоре ее включил в свой репертуар сам Фрэнк Синатра. Кстати, эта песня одна из самых известных и любимых фанатами. Трек идеально дополнил ее второй альбом. В начале нулевых песня вошла даже в список 500 величайших песен всех времен журнала Rolling Stone. Однако, изначально она вызывала слишком много насмешек. По словам певицы, вдохновение пришло к ней из отрывка романа Сола Беллоу «Хендерсон. Король дождя». Я читал роман в самолете, и в начале книги Хендерсон тоже в самолете. Он летит в Африку, смотрит вниз и видит эти облака. Я отложила книгу, посмотрела в окно и тоже увидела облака и сразу начала писать песню. Митчелл едва исполнилось 20 лет, когда она написала ее, из-за чего критики предположили, что ей не хватало жизненного опыта, необходимого для обсуждения того, как смотреть на вещи с обеих сторон. Песня Джонни Митчелл – это размышление о природе жизни и сложности бытия. Песня говорится о том, что можно испытать жизнь с двух точек зрения или с двух сторон, и как это может дать нам более полное представление о том, как сложилась жизнь. Смысл песни в том, что испытав жизнь во всех ее многочисленных проявлениях, мы можем оценить ее красоту. Первым бестселлером в исполнении собственно Митчелл была оригинальная песня на тему необходимости сохранения окружающей среды. Слушая эту песню с задорным мотивом и хихиканьем в конце, трудно осознать, что она посвящена как раз тем самым экологическим проблемам. Вообще, 69-й год отметился в США целым рядом экологических катастроф. В результате взрыва нефтяной платформы вблизи Санта-Барбары в воды Тихого океана вылилось более 40 миллионов тонн нефти. В том же году река Кайохога оказалась настолько загрязненной химическими отходами, что в буквальном смысле слова загорелась. А в районе Лорель-Каньон в Лос-Анджелесе
активно шла кампания по защите местных лесов из красного дерева, которые собирались вырубить застройщики. В числе жителей Лорель-Каньона была и Джонни Митчелл. Она сочинила эту песню во время своей первой поездки на Гавайи. «Я взяла такси до отеля и, проснувшись на следующее утро, откинула шторы и увидела вдали прекрасные зеленые горы. Потом перевела взгляд вниз, и перед глазами до самого горизонта раскинулась автостоянка. Мое сердце разбилось». Так на свет появилась песня со словами «Они вымостили рай, чтобы оборудовать парковку» и рефреном «Что имеем, не храним, потерявши, плачем». Звучит в песне и призыв к фермерам отказаться от инсектицида ДДТ, который вместе с сельхозвредителями уничтожал других животных, а также загрязнял саму продукцию. Интересно, что спустя 2 года после выхода песни подобные призывы были услышаны и использование ДДТ в США запретили. Митчелл очень гордилась этой песней. По ее словам, в нескольких городах были случаи, когда благодаря песне парковки были снесены и заменены парками. Конечно, всегда остается вопрос, а вы будете посещать Гавайи, если там не будет всех этих такси, центров развлечения и прочих благ цивилизации? Но с борцами за экологию так всегда. Стоит лишь отключить свет и газ, как проблемы окружающей среды сразу кажутся не столь важными. О популярности песни свидетельствует и наличие множества каверов в самых разных вариациях и стилях. Вот лишь несколько из них. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы, на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Стоимость подписки начинается от 25 рублей. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. А к 71-му году, когда вышел альбом Blue, все только и говорили, что об авторской песне. Исповедальные произведения американских бардов было сложно классифицировать. Это был не рок, не поп-музыка, а нечто совершенно особенное. На этом фоне записанный альбом был воспринят как очень цельное произведение бардовского движения и логическая вершина творчества Митчелл. В 2004 году журнал Rolling Stone назовет его одним из 30 величайших альбомов всех времен. Песня «Река» стала настоящей классикой и со временем приобрела статус рождественского стандарта. Stays pretty green. I'm gonna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy scene. I wish I had a river I could skate away on. Но за 50 лет клип на нее так и не был снят. Лишь в декабре 21 года песня получила официальное видео, и оно прекрасно. Клип исполнен в мягкой акварельной технике режиссером Матвеем Рязановым, художник родом из Севастополя, который ныне живет и работает в Портленде. Песня выражает сожаление из-за разрыва отношений и об одиночестве в Рождество. Три года спустя
Когда певица выпустила диск «Cortan Spark», стало ясно, что она движется от задушевного пения под гитару в сторону экспериментальной джаз-музыки. Этот альбом стал самым успешным за всю ее карьеру, достигнув второго места в чартах. Митчелл никогда не могла похвастаться рекордными цифрами продаж. Однако в первой половине 70-х ее синглы не залеживались на полках магазинов. Самым большим коммерческим хитом Митчелл стала песня «Помоги мне». В этой песне героиня беспокоится, что влюбилась в парня, который никогда не будет ценить любовь больше своей личной свободы. Так как у Митчелл часто завязывались отношения с коллегами-музыкантами, то на роль адресата песни пророчили то певца Джексона Брауна, то Глена Фрая из Eagles. Однако сама певица предпочла сохранить имя прототипа в секрете. Оценив экстравагантность вкуса экспериментов, певица решила хорошо поработать над альбомом «Шипение летних лужаек». Он представляет собой тонкое полотно с ювелирными переходами от рока к джазу. Здесь исполнительница ошиблась. Эксперты и критики не оценили ее стараний, но артистка не опускала рук. На протяжении второй половины 70-х Митчелл продолжала разрабатывать возможности джаза. Она была последней, кому довелось поработать с выдающимся джазовым композитором Чарльзом Мингусом, памяти которого посвящен ее альбом 79 года. Джонни Митчелл вышла замуж второй раз, и вскоре поклонников певицы ждал очередной стилистический разворот. Она записала диск электронной музыки. Пока Митчелл состояла в браке с электронщиком Ларри Клейном, в ее записях преобладали синтезаторы и танцевальные ритмы. В 85 году певица выпустила диск «Собака ест собаку». Однако, несмотря на присутствие модных синтезаторов, спрос на него оказался невелик. И альбом добрался лишь до 63-й строчки Billboard, наихудший для Митчелл показатель со времен ее дебюта. Так или иначе, игры в электронику продолжились и на следующем альбоме. Но вместе с тем, в записи стоит отметить участие таких гостей, как Питер Гэбриэл, Вилли Нельсон и Том Петти. Когда схлынула волна восьмидесятнической синтетики, Джонни обратилась к своим корням и выпустила пластинку «Ночная поездка домой», где главными инструментами являлись ее голос и акустическая гитара. После 12 лет брака Джонни и Клейн развелись. Все эти годы она продолжала придерживаться рок-н-ролльного образа жизни, выкуривая по 4 пачки сигарет в день и употребляя большое количество кокаина. Этот период можно назвать очередной черной полосой в жизни Митчелл. Сначала экономка певицы обвинила ее в рукоприкладстве и выиграла в суде компенсацию в размере $250 000.
Позже, летом 85 года, ее чуть не убил пьяный подросток в Малибу, а спустя несколько недель она попала под колеса автомобиля. В довершение ко всем бедам у Митчелл произошел выкидыш. Отношения с дочерью, которую она отдала приемным родителям, тоже не складывались. Разойдясь с Клейном, певица сосредоточилась на собственном внутреннем мире. Она начала задумываться, что именно ее заставляет радоваться жизни. Артистка обратила внимание на свой старый и выбранный изначально стиль музыки. На обложке диска 94 года она изобразила себя в облике Ван Гога. Этот альбом был воспринят как возвращение той Митчелл, которая полюбилась американцам в начале 70-х и выиграл Грэмми в номинации «Лучший альбом популярной музыки». Пора экспериментов была в прошлом, однако прежде звонкий и пластичный голос певицы заметно погрубел. Многие поклонники подозревают в этом ее необузданное пристрастие к сигаретам. На рубеже нового столетия она перестала записывать новые песни, ограничиваясь перепевками своих классических хитов. Хотя отклики на эти работы были в основном благосклонными, сама Митчелл впоследствии признала, что для нее важным было выполнить обязательство по контракту, который предусматривал выпуск пластинок на ежегодной основе. В 2002 году, давая интервью журналу Rolling Stone, певица обрушилась на современный музыкальный бизнес, обозвав его «клоакой», и объявила о том, что отныне намерена полностью посвятить себя изобразительному искусству. Но жизнь распорядилась по-другому. Планы артистки изменились сразу после начала военных действий в Ираке в 2003 году. Военная тематика беспокоила певицу. Диск 2007 года является последней работой певицы. К его выходу артистка организовала грандиозное мероприятие – мировое турне, после окончания которого целиком окунулась в живопись. Через некоторое время она открыла персональную галерею, начала проводить выставки, собирающие значительное количество людей. Однако в 2009 году Митчелл заявила, что у нее болезнь Маргеллонов. Митчелл описывала, как проявляется ее редкая болезнь. «Разноцветные волокна вырастают из моей кожи, как грибы из-под земли. Это не животные, не растения и не минералы». Во время острой фазы заболевания, длившейся несколько лет, певица не выходила из дома. Она не могла носить одежду из-за чувства, что ее пожирают живьем. К тому же ее ноги немели, так что Митчелл приходилось буквально ползать по дому. Врачи утверждают, что многие пациенты с этой болезнью имели опыт регулярного употребления наркотиков. Митчелл из их числа. А в марте 2015-го Митчелл была найдена на полу своей кухни, где 3 дня пролежала без сознания. У певицы диагностировали аневризму головного мозга, что потребовало от нее прохождения физиотерапии и ежедневной реабилитации. Oh,
Среди поклонников группы Led Zeppelin существует поверье, что предметом их песни «Going to California» является увлеченность Джимми Пейджа певицей Джонни Митчелл. Мадонна вспоминает, что в подростковом возрасте она была совершенно без ума от нее и знала наизусть слова всех ее песен. Джонни Митчелл частенько встречается в списках «Кто на меня музыкально повлиял?» Имя им Легион, Бьорк, Принц, Тейлор Свифт, Энни Ленокс и даже сам Боб Дилан. Джазовый гигант Херби Хэнкок даже посвятил ей целый альбом. Она женщина, кардинальнейшим образом повлиявшая на лицо фолк-рока и джаза. Женщина, написавшая песни, которые стали наследием англоязычной поэзии. Женщина, которая прошла через серьезнейшие испытания, чтобы делиться тайной мироздания в форме, которая не оставляет равнодушным. Самое время послушать эту потрясающую певицу, пока она еще жива.